И касаемо того, что сказал президент Байден. Во-первых, хотелось бы отметить, что кто обзывается, тот так и называется. Во-вторых, отметить, говоришь про меня, переводишь на себя. В-третьих, вышел зайчик из ворот, а вышло все наоборот. Ну и в-четвертых, а я лесенку поставлю и все буквы переставлю. Я думаю, что вы поняли, о чем я. И так как президент Байден в прошлый раз был инициатором нашего телефонного диалога, то в этот раз я хочу взять инициативу на себя и предложить ему выйти раз на раз со мной в прямом эфире. Предлагаю ему, например, 140 BPM два раунда, или же перетягивание каната. Ну или вот сейчас в голову пришло, кто пирожные больше на скорость ест, или же кто больше детских дразнилок вспомнит. Мне кажется, именно так и должны происходить дебаты на политической мировой арене.